Сегодня в рамках рубрики «Хочу сказать» мы решили узнать у саровчан, как у них проходит режим самоизоляции и чем они занимаются дома. Есть очень много фильмов, очень много сериалов. Позаботьтесь о здоровье своих близких, о своем здоровье, о здоровье своих детей. Оставайтесь дома. И то время, которое сейчас нам предоставилось, оно очень бесценно, потому что так мало проводим время. В основном только в отпуске. Всем здоровья. Можно достать заболевшиеся инструменты на антресолях и устроить целый мини или, наоборот, большой оркестр у себя дома. А еще можно играть в настольные игры. Например, есть классная игра на ассоциации, которая называется «Imaginarium». Это особенно здорово, если у вас в семье много людей. Совсем скоро все образуется. Пожалуйста, оставайтесь дома. Можно собирать вот такие огромные подделки из Лего. Друзья, дома хорошо. Оставайтесь дома. Приближается 12 апреля, день космонавтики. А мы отправляемся в космическое путешествие. Может быть, вы умеете рисовать? Мы просто никогда об этом не знали и никогда не пытались это сделать. Позвоните родственникам, наконец-таки поболтайте, я не знаю, там, с бабулей, с тетей не одну минуту, как вы обычно делали это на бегу, а целый час. Узнайте, как у них дела. Помогите, поддержите. Сейчас поддержка — это очень важно. Ну и, наконец, не знаю, попробуйте новый рецепт. Например, сырников. Оставайтесь дома. Всем здравствуйте. В детстве я очень любил различные фильмы про эпидемии, вирусы, в том числе и про зомби. И находясь в данный момент на самоизоляции, мы всей семьей готовы к любым испытаниям и проходим курс молодого карантинщика. Заниматься дома можно всем, чем угодно, и мы с вами только что в этом убедились. Друзья, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.